Платіць падаткі па заяўным прынцыпе. З новага года змогуць не толькі рэпетытары, няні, гандляры кветак і фатографы, але і відэааператары. Пашыраецца спіс тых, каму не трэба афармляць ІП. Робяць гэта ў першую чаргу для таго, каб тыя, хто не мае працы, змаглі сябе рэалізаваць. Адным словам, і грошы зарабіць, і пазбавіцца ад статусу дармаед. Прышыць, аднавіць, замяніць маланку. Рамонтам адзення Людміла Лукоўская займаецца 20 гадоў, працуе на сябе. Яе майстэрня размешчана ў гандлёвым цэнтры. Кліентаў хапае. У дзень, кажа, паспявае зрабіць па 20 заказаў. Коленка, джинсы, то есть вот эти моменты. Ну, основной ремонт, да, больше всего это протираются джинсы. Вот, ну и сейчас, конечно, участился ремонт, люди стали старые вещи доставать. Ремонтировать. Людмила отказана платить один и податок. Ее маленький бизнес, ремонт одения, у списа видов деятельности, при яких не треба оформлять ИП. Перечень видов деятельности, которые физические лица могут осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, по так называемому заявительному принципу, он довольно-таки широк. И начиная, можно сказать, с услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, услуг по уборке жилых помещений, приготовление пищи на дому, репетиторство, услуги тамады. Такие интересные виды деятельности, как поздравление с днем рождения и с Новым годом. Ставки одного податку по каждому виду деятельности разные, кажут у инспекции. Например, послуги по выращиванию сельхозпродукции обкладаются податком у 17 рублей в месяц. Репетиторство 30, фотосдымки 87. Для няни податок в складе 21 рубль. Нет, налог сам нет. Я считаю, что не накладно. В принципе, вот у меня сейчас налог 530 рублей. По-новому, да, 53 рубля получается. Идешь в кассу, счет знаешь, оплатил, потом в налоговую пришел, без очереди все оплатил. Даже очередей ничего нету. Таких, кто працует на себе и не имея статуса ИП, на сегодня в области уже 1740 человек. За 10 месяцев яны перелечили у бюджет в области 160 тысяч рублей. Как додают у инспекции, будет поширяться список видов деятельности, при яких не треба регистрироваться в якости индивидуального предпринимальника. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, Новини регион.